Люди, которые имели несчастье попасть в пагубную зависимость от алкоголя или наркотиков, после госпитализации в стационарное отделение рес-наркодиспансера получают возможность поправить свое здоровье с помощью самых различных методов лечения с использованием современного оборудования. 2018 год всего в отделении у нас пролечено и поступило 2158 больных. Вот за все это время, вот, как я заметила, у нас наплыв больных получается вот, на праздничные выходные длительные дни. И просто вот с пятницы на воскресенье тоже вот больных бывает обычно много. Особенно вот в эти выходные дни, вот в новогодние праздники, 8 дней у нас больных было очень много. У нас в отделении всего, отделение не рассчитано на 68 коек, но тем не менее у нас за вот эти вот дни бывало так, что в отделении по 86 больных лежало. В стационарном отделении медучреждения работает физиокабинет. Пациенты получают лечение по 8 видам физиопроцедур, которые призваны укрепить организм для борьбы с недугом. Конечно, у нас больные здесь получают полный курс лечения согласно стандартам. И после выписки получается так, что больные ремиссию не выдерживают и срываются в течение 10 дней после выписки отсюда. Это... Но если медицинским термином говорить, это будет регоспитализация, если больной поступает в течение 10 дней повторно. За 2018 год у нас таких случаев было 10. Электросон – одна из часто назначаемых процедур. Ее суть заключается в воздействии на мозг электроимпульсами, благодаря чему больной погружается в особое состояние, которое принято именовать электросном. В это время происходит восстановление обмена веществ, оказывается положительное влияние на нервную систему, значительно быстрее проходит вывод токсинов. УЗТ или ультразвуковая терапия – это применение ультразвуковых колебаний с лечебной целью. Для наркологических больных, иммунитет которых ослаблен, данный вид лечения показывает свой положительный эффект. К тому же ультразвук оказывает обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и общетонизирующее действие. Благодаря таким видам физиотерапии оказывается всесторонняя поддержка организму в борьбе с этим коварным недугом.